Хоккеисты из клуба «Заречные бобры» готовятся к приему гостей. В наш город приедут спортсмены из Ухты, Воркуты, Саратова и Сарова, чтобы принять участие в Кубке главы Заречного по хоккею. Этим турниром наша команда откроет соревновательный сезон. На лед вышли недавно. Главное, физику, тактически сейчас поддерживают команду. Новые какие-то упражнения, новые звенья появились у нас в команде. В этом сезоне в составе «Заречных бобров» появились новые игроки. Вместе с опытными участниками клуба они намерены противостоять соперникам на льду. Две команды из четырех зареченцам знакомы. Им уже приходилось встречаться на соревнованиях с хоккеистами из Сарова и Саратова. По разговорам, команда «Саров» набрала себе игроков, хорошая команда. По Саратову давно не встречались с этой командой. Теперь получится, на льду встретимся. Кубок главы города по хоккею должен стать настоящим спортивным праздником. Организаторы обещают, матчи никого не оставят равнодушным. Команды были приглашены очень серьезные, очень сильные. Так будем говорить, будет битва не на жизнь, а на смерть. Это очень должно быть красиво, очень зрелищно, захватывающе. Игры в рамках Кубка главы города по хоккею начнутся 18 октября. Первыми на лед спортивно-культурного комплекса «Союз» выйдут «Заречные бобры» и «Газпром-Трансгаз Ухта». Завершающий матч и церемония закрытия турнира пройдут 20 октября. Финальная игра начнется в 15 часов. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».